Всем привет! Начинаем очередную тренировку, посвященную разбору игроков, которые катают в ноль или в минус. Сегодня я планировал разобрать кого-то вживую и разобрать также видео этого игрока. Но, к сожалению, те, кто оставлял заявки на разбор базы, не появились. Не знаю, может быть, в ходе тренировки еще мне напишут в чат либо в скайп, и мы во второй части занятия разберем их базу вживую, созвонимся с ними. Но пока никого нет, начнем с разбора видео. Вообще надо сказать, что, как обычно, мало вы выкладываете заявки на разбор баз. В этот раз было чуть больше, целые две было заявки. Но из этих двух, к сожалению, никто не отвечает мне. И ребята так и не появились на тренировке. Я, в частности, здесь вижу людей, которым бы этот разбор точно бы не помешал. Поэтому не стесняйтесь, выкладывайте свои заявки, мы с вами разберем вашу игру, вам это будет крайне полезно. Так, ну что, давайте начинать. Начнем с видео. Я думаю, сегодня разбирать игру Ашман Руса, нашего пользователя. Его видео мы уже начали оценивать на одной из тренировок, но до конца не разобрали. Честно говоря, не помню, на какой минуте мы остановились, поэтому я просто рандомно прокручу минут, наверное, на пятую. Я думаю, что где-то примерно до этой минуты, там до пятой, до шестой мы досмотрели. Напомню, что Ашман играет Tiger Gaming с американцами, лимит NL25 и NL50. Которые представлены в этом видео. Так, сейчас я еще секундочку открою его статы в отдельном окне, чтобы они у меня были перед глазами. Я помню, что у него был хат такой очень отягощенный, и я на это уже обращал его внимание. Очень много статистики. При этом все равно сюда не помещается все, что необходимо. Удобнее пользоваться попапами. Так, сейчас. Никак или громче, не знаю, если меня тихо слышно, я, в принципе, могу сделать погромче звук микрофона. Сейчас попробую. Так, лучше. Я сделал громкость побольше. Напишите в чат. Ну, никто вроде не жаловался, я поэтому громче не делал. Так. Хат я нашел. Еще больше. Проверь у себя громкость. Может быть, у тебя с громкостью наушников или колонок что-то не то, потому что у меня громкость довольно на высоком уровне уже микрофона. Я, в принципе, могу сделать еще погромче, но я просто боюсь, что у меня уже появятся шумы из-за этого. Еще чуть-чуть погромче сделал. Не знаю, так лучше. Окей. Так, поехали. Да, кстати, детектив УА, я тебе ответил на форуме PokerKing. Такой банальный был совет, конечно, от меня. Но может сработать, если еще не видел. Ладно, поехали смотреть. Итак, NL2550, Tiger Gaming. Карманные тройки на большом блайнде, на... Нел, это у нас 25 против OpenRaise с UTG. Обычно мы карманные пары против сайзинга 2,5 ББ будем защищать на большом блайнде. Это даже не UTG, прошу прощения, это, по-моему, котов. В каких ситуациях мы можем не защищать такие руки на ББ? Когда сайзинг 3 ББ и вы играете какие-то микролимиты низкие, где высокий очень рейк, например, вы играете на L10, и вы себя чувствуете плохо на постфлопе, соответственно, в этих случаях мелкие совсем карманные пары на ББ, даже в 100 ББ стеках могут иногда у вас играться в минус, ну, точнее, не в минус, а, да, в минус, и больше минус, чем минус 100 ББ на 100. На лимитах же выше, как правило, если вы более-менее нормально себя чувствуете на постфлопе, не допускаете грубых ошибок, то на большом блайнде мы можем защищать и против 3 ББ OpenRaise карманные пары. Никуда не попали.
обычно подобные руки, как карманные пары без совпадения, я имею в виду, ну, у нас это здесь третья, даже четвертая получается пара, но иногда мы можем с третьими, четвертыми парами продолжать, если это пара плюс дро, то есть здесь очевидно, что гораздо лучше была бы какая-то 4x комбинация, если бы у нас было бы, скажем, туз 4, просто в силу того, что у нас было бы больше аутов на усиление. Здесь же эти руки, как правило, которые являются третьими или четвертыми парами, кармашки, мы обычно их играем чекфолд без позиции. Очень редко мы с ними ставим, ну точнее, не очень редко, мы стараемся с ними не очень часто ставить конбеты, скажем так, когда мы сами играем как ПФР. Мы их ставим в тех оппонентов, у которых очень высокие фолды без позиции. Против средних же фолдов на конбет мы просто будем с ними играть чекфолд. Под средними фолдами я понимаю что-то порядка там 45%. Немного ускоряю видео, чтобы пошло это повеселее. Так как у нас не факт, что появятся ребята во второй части тренировки для разбора их баз, те, кто присутствует на тренировках, и на тренировке сейчас, ну, есть два варианта. Либо, если у вас есть TeamViewer 11 и готовая база и Skype, то, в принципе, во второй части тренировки мы можем с вами поработать, если вы напишете свой Skype. Либо, если вы не хотите разбирать вживую свою игру, можете выложить проблемные раздачи в топик обратной связи. Так, тут у нас NL50, на пятом столе открылись. Получили кол от фиша, судя по всему. 45 на 15 с неполным стеком. Вышла доска с тузом. В этой ситуации конбет на вэлью у нас нет. Можно рассмотреть конбет на полублефе с целью кражи эквити оверкарт нашего противника, но против фиша это так себе затея, просто потому что он очень редко в позиции будет выкидывать оверкарты, которые имеют бэкдор на эквити. То есть если у него есть какая-то дама 10 разномастная с десяткой в масте или дамой в масте, или там король валет или король дама, вот, то есть подобные бродвейные комбинации, которые имеют редроп по одной карте и еще потенциальные бэкдорные гэдшоты, позиции обычно фиши такие руки не будут выкидывать. Соответственно, ну, таких рук у него достаточно в спектре, поэтому full equity будет конбет у нас достаточно низкая, и я бы здесь просто играл бы через чек. И так как у фиша очень широкий спектр, на чекол флопа нам точно хватит, как правило, на терне мы уже будем чекфолдить. Hero здесь решил поставить конбет. Сколько там? 2.28 в банк, 3.50. Ну, я повторяю, что мне этот конбет не нравится. Я бы здесь играл от чекола. Ну, и здесь он уже вынужден играть чекфолд, и при этом чек-колить терн в такой ситуации гораздо сложнее, даже несмотря на то, что в спектре продолжения нашего противника достаточно много рук, которые промазали, то есть те самые вот бродвейные оверкарты с какой-то картой в масть. Здесь все-таки спектр у него будет более узким, нежели бы у него был бы спектр, когда мы чекнули флоп, потому что в бет по флопу будет уходить больше рук, которые при этом имеют худшее эквити. То есть он может бетить по флопу не только оверкарта, он может бетить и руки с худшим эквити. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.